запуска данного изделия в работу после длительного простоя, либо для первого запуска, необходимо произвести следующие действия. Подготовка и пуск дизельного привода. Первое. Проверьте уровень масла в картере дизельного двигателя. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Смотровое окно вместе с пробкой находится сверху. Проверьте наличие дизельного топлива в баке для промывки и в баке для подачи дизельного топлива для питания дизеля. Заполните топливную систему дизеля топливом. После проверки жидкостей включить выключатель масса. Выключатель находится рядом с аккумуляторным ящиком. Третье. Поверните выключатель питания на пульте управления по часовой стрелке в положение «Включено». Включается подсветка всех приборов. Четвертое. Для запуска нажать кнопку «Пуск» на пульте управления не позднее, чем через 2 секунды после перевода выключателя питания в положение «Включено». Кнопку «Пуск» необходимо удерживать до тех пор, пока дизельный мотор не заведется, но не более 15 секунд. Если дизель не запустился, повторный запуск производить через 30-40 секунд. Внимание! Если привод дизельный после 3-4 попыток не запустился, проверить состояние дизельного мотора согласно руководству на дизельный двигатель. Устранить неисправности. Пятое. Осуществится запуск дизельного двигателя. Шестое. Через 6 секунд после запуска пульт начинает опрашивать аварийные датчики температуры, охлаждающей жидкости и давления масла. В случае аварии сработает аварийная сигнализация. Повторный запуск после устранения причины аварии возможен только после поворота ключа зажигания против часовой стрелки в положение «Выключено». Седьмое. Прогрейте дизель на холостом ходу на режиме от 800 до 1000 оборотов в минуту с постепенным переходом до 1500-1600 оборотов в минуту не более, до достижения температуры охлаждающей жидкости 50 градусов Цельсия не менее. Изменение частоты вращения производится переключателем обороты дизеля, установленным на дистанционном пульте управления, закрепленном на стреле. Восьмое. Если заправочная жидкость залита в бак и машина готова к работе, то переводим кран на подачу давлением и наблюдаем за показателем манометра, расположенного на баке для битумной эмульсии. Девятое. После того, как показания манометра достигнуты рабочих значений, можно приступать к работе. Остановка привода. Первое. Уменьшить частоту вращения до минимальной. Второе. Дать поработать двигателю 3-5 минут. Третье. Нажать кнопку «Стоп» на пульте управления. Четвертое. Отключить выключатель «Масса». Технология ремонтных работ. Подробно с 43 по 46 страницу руководства по эксплуатации. Включение стояночного тормоза грузовика и сигнального маяка. Высвободите и закрепите стрелу. Первое. Освободить стрелу от фиксирующего ремня. Расположен над ограждающим щитом. Второе. Снять шланг с держателей и вынуть из ящика. Третье. Транспортные откидные болты на стойке рамы стрелы разблокированы. Четвертое. Переместить стрелу в направлении от стойки рамы. Пятое. Форсунка должна располагаться на высоте от 30 до 35 см над уровнем выбоины. Промывочная жидкость всегда должна удаляться из линии эмульгирования. Поверните переключатель B медленно из положения «Выключено» на положение «Включено» и ожидайте слива всего растворителя. Шестое. Запуск двигателя. Трехходовой кран в положении «Эмульсия». Первое. Очистка выбоины воздушной струей под давлением, создаваемой компрессором при 1200-1300 оборотов в минуту. По необходимости увеличить обороты, но не выше 2300 оборотов в минуту. Второе. Обработка выбоины прихватывающим слоем горячей битумной эмульсии. Поднять форсунку на высоту от 61 до 122 см над выбоиной, отклонив вверх конец стрелы с форсункой. Обороты до 1300 оборотов в минуту. Рычаг управления эмульсией передвинуть вперед. Разбрызгивание эмульсии от краев к боковым стенкам и дну выбоины. Битумная эмульсия должна выходить из форсунки в виде тумана. Заполнение выбоины щебнем, смешанным с горячей битумной эмульсией.
переключатель потока заполнителя B включен. Заполнение выбоины полукруговыми движениями. Четвертое. Нанесение верхнего покрытия из сухого щебня. Выключить рычаг управления подачей эмульсии B, поднять выпускную форсунку и присыпать сухим щебнем. Для остановки потока заполнителя выключатель B в положении выкл. 5 секунд ожидания и переезд к следующей выбоине. Окончание работ. После прекращения работ на короткое время двигатель должен работать. После прекращения работ на текущий день требуется промывка системы подачи битумной эмульсии. Первое. Выключить двигатель. Повернуть трехходовой кран на баке для битумной эмульсии в положение «промывка». Соблюдать требования пожарной безопасности. Второе. Установить ведро для отходов под форсунку выгружающей стрелы. Третье. Переместить рычаг управления эмульсией вперед. Нажать кнопку насоса для растворителя «С». Ожидайте, пока промывочная жидкость не начнет разбрызгиваться вместо эмульсии. Четвертое. Отпустить кнопку «С», отвести рычаг управления назад. Пятое. Для сброса давления рычаг шарового крана должен быть открыт. Кран сверху бака. Перед открытием или заполнением бака для битумной эмульсии следует сбросить давление. Манометр должен быть на отметке 0 мегапаскаль. На время простоя BCM-24-3 должна быть подключена к розетке. Расширенный порядок действий оператора по подготовке дизеля к использованию, запуску и остановке дизеля приведены в руководстве по эксплуатации дизеля.